Добрый день, друзья. Сегодня у нас Alcatel. Такая вот модель. OneTouch X-Pop. Будем менять на ней гнездо зарядки. Вот это вот. Снимаем батарею. Забираем телефон. Снимаем заднюю панель. Чем-нибудь не сильно острым, чтобы не поцарапать каркас. Шлейф. Экран. Здесь у нас на скотче сидит. А здесь еще один шлейф внутри. Отстегиваем. Вот оно, гнездо наше у нас отвалилось. Почистим. Добавим флюс. Посадочное место готово. Очистили. Берем новый. Или можно тот же, если он у вас не сильно поврежден. Лучше, конечно, новый. Ставим на место. Таким вот образом припаиваем. Добавим припоя. Вот он у нас сидит. С этой стороны тоже можно прихватить. Добавим флюс. С другой стороны. Проверяем. Все сидит, все на месте. Собираем телефон.
защелкиваем нижний шлейф. Ставим панель заднюю. Закрываем. Проверяем. Ставим батарейку. Зарядка пошла. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на наш канал. Доброго дня!